Всем доброго времени суток! Вы смотрите канал «Цветы в доме. Комнатные растения». И тема сегодняшнего видео у нас – это вредители спатифилума или женского счастья. Есть несколько вредителей, которые также заставляют ваши растения сильно болеть. Наиболее распространенные из них – это червец и паутинный клещ. Заразиться ими спатифилум может из воды для опрыскивания или полива, из воздуха или из недостаточно продезинфицированной почвы. Если на листьях появились белые липкие выделения, вероятнее всего, что растение поразил мучнистый червяк. Этого вредителя несложно заметить невооруженным глазом. Можно просто найти червяца на цветке и уничтожить, а листья и стебли обработать хозяйственным мылом, а затем ополоснуть теплой чистой водой из-под душ. Но если цветок продолжает чахнуть, этого будет слишком мало. Придется достать спатифилум из горшка, так как со временем червец может добираться и до корневой системы растения. Следует внимательно осмотреть корни, если есть гнилые участки, нужно их аккуратно обрезать, а места срезов обработать активированным или древесным углем. Следует пересадить растение в горшок с новой почвой, предварительно увлажненной теплой водой. Если червец поразил почти все корни, то рекомендуется сначала спатифилум подержать в стакане с водой, пока не начнут расти новые молодые корешки, и только потом снова высаживать в грунт. Если же спатифилум заразился паутинным клещом, то на обратной стороне листьев появляются белые точки, которые окружены небольшим количеством тонкой паутины. При этом основание листьев часто покрывается небольшим количеством белого и еле-еле заметного налета. Чтобы избавиться от клеща, следует промыть растение в мыльной воде, ополоснуть в чистой и аккуратно протереть листья мягкой сухой ватой. Так для клеща не будет благоприятных для развития условий. Если через несколько дней паутина снова появится, следует процедуру повторить. Делать так рекомендуется до тех пор, пока растение полностью не выздоровеет. А в целях профилактики необходимо посыпать почву вокруг цветка черным молотым перцем. Его очень боится не только клещ, но и другие вредители. А для растения это совершенно безвредно. Тля, щитовка и фитофтора. Характерными симптомами можно считать вялость и бледность листьев, наличие на них мельчайших жучков белого цвета, которые также могут ползать и по листовой розетке. Бороться с этими вредителями можно точно так же, как и с паутинным клещом. Но если уничтожить тлю, щитовку или клеща не удается таким народным методом, можно прибегнуть и к более радикальной процедуре – обработать растение сильнодействующим инсектицидом. Какой именно препарат применять, посоветует вам продавец в цветочном магазине. Довольно часто спатифилум может поражать такой распространенный вредоносный гриб, как фитофтора. Как правило, корневая шейка начинает стремительно чернеть и согнивать. При этом листья у основания тоже гниют, а их кончики быстро высыхают. Нужно достать цветок из горшка, если большая часть корней гнилая, цветок уже не спасти. Если есть здоровые корешки, нужно их отделить от гнили, промыть, срезать все черные листья и обработать растение специальным препаратом против фитофторы. На сегодняшний день существуют разные болезни и вредители спатифилума комнатного, но мы с вами рассмотрели такие самые опасные и распространенные. Своевременная профилактика и лечение помогут уберечь такое красивое растение от гибели и не дать вредителям перебраться на другие цветы, которые находятся рядом с вашим больным спатифилумом. На этом у нас все на сегодня. С вами был канал «Цветы в моем доме». Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях. Буду признательна за оценку к видео и подписывайтесь на наш канал.